Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, сейчас я уже вам покажу, что я там начал строить. Вот там уже немного видно. Ну, как бы я начал строить магазин, да, то есть решил я построить что-то такое большое, можно сказать. Вот у нас вот только такой вход у нас, ребята, будет. Так, сейчас, секундочку. Вот, только такой вход у нас будет, то есть тут деревья, фонтанчики, вот такая небольшая, ну как это, вперед тогда тут пройдем, я не знаю, тут цветочки будут, то есть и тут у нас какой-то магазин будет. Но что-то типа такого я хочу построить, просто чтобы не было однообразно, то есть чтобы было что-то другое, да? Потом тут, наверное, склад построим, ну это уже потом, ребят, это уже потом. И, в принципе... Сейчас я, ребята, это строить не буду, нет, не буду, потому что это действительно долго, я вот это только строил капут, сколько, ну, не прям очень-очень-очень, вот что я забыл. А, сейчас, сначала давайте-ка мы сделаем себе факелов, то есть, толком у нас их и нету. Я забыл тут осветить, то есть, я хотел как-то тут что-то по-другому сделать, но я забыл тут осветить. Осветить, и вроде я потолок хотел сделать... С этого камня. Ух ты, ни хрена себе, у нас толком камня, да его и нету. 30. Два стака, 32 штуки. Да ну нахрен. Это что-то как-то очень получается. Немного. То есть тут уже 1, 2, 6, 9, 12. Охренеть. То есть тут даже и не хватит. Я вроде как-то вот так хотел сделать, я не помню. То есть потолок вот с этого камня. Вроде. Ну, мне кажется, что намного получше будет вот так выглядеть. Чё, нам, наверное, ребята, еще сейчас в ад нужно идти. Я понимаю, я уже говорил, что мы не будем идти, но это... Это быстренько, то есть мы там толком нифига делать не будем, только вот этот... Эти блоки пособираем чуть-чуть, да и вернемся. Просто мне нужно, чтобы это все сделать. Это во-первых... Ой-ой-ой, нет, не тпхайся. Это что, мы в другом месте каком-то появились? Да, вроде нет. Так, вот тут, да? Ага. Главное... Так, сейчас, давайте-ка мы шейдеры опять выключим. Ребята. Что я хотел? Так, сейчас. Так, давайте-ка мы вот сюда пойдем. Я немного, ребята, буду собирать, мне, в принципе, ну хотя, как? Я не думаю, что это займет много времени. Если вот так копать, то это вообще херня. Если вот, например, вот он вот так копает. То есть нам даже не нужно копать, а просто так мышкой водить вот так, по кругу. Что я, в принципе, сейчас и делаю. Офигеть, вот ты машина. Еще немного и вот этого кварца. Но это вообще чуть-чуть, то есть тут больше толками нету. Это даже не то, что долго копать. За пару минут у нас уже 4 стака есть. Сейчас еще мы вот это все пособираем. Смотрите, вот просто вот так. Оу, ладно, чуть не проварить. Ай-ай-ай-ай-ай. Так тоже не нужно делать. О, тут какой-то еще и проходик есть, да? Так, давайте-ка мы вот так быстренько. Вот как-то вот так. Я действительно, ребята, я не буду много копать. Как бы у нас уже есть много, но это недолго копать. Чтобы, в принципе, хватило, потому что... Два стака вот этих, это только... Это очень мало у нас получается вот этих кирпичей, да? То есть вообще толком нифига не получается. Полстака, то есть 4 стака, это только стак кирпичей. Стак кирпичей это не так уж и много, согласитесь. Так. Да, в
принципе, тут все. Смотрите, ребята, сколько мы уже тут выкопали. Это сейчас все собрать, и там уже, в принципе, до хрена будет. Так, сейчас мы посмотрим, сколько. Давайте еще вот это выкопаем и бежим уже, наверное, куда-то наверх. Так. Сколько у нас там? До хрена просто. Так, нам бы сейчас как-то наверх выбраться. Так, я уже слышу, там вроде где-то есть выход. Нет, не там. Где-то вот тут. О, как раз вот так нормально. Так, ну что, давайте валить отсюда, ребята. В принципе, у нас уже хватает. Я говорю, это недолго. То есть вот так только нам нужно пару было. И сразу же убегаем. О, ну да, а чё, охренеть, а чё, в крепости даже монстры спавнятся? Ну да, в принципе, вот тут покемонов нету, поэтому... Валим-ка мы, ребята. Ай... Ну да, в принципе, валим. Так. Все, больше нам ничего не нужно. Дохренеть, сколько мы стаков тут накопали. Глустон нам не нужен, ничего нам не нужно больше, поэтому... Да, все, валим. Вот сейчас я, в принципе, не знаю, ребят, что нам делать. Ну как, знаю, но... Магазин строить мы сейчас точно не будем, потому что это, в принципе, действительно долго. Так, а тут уже ночь, да? Всегда смотрю, думаю, какой-то там игрок стоит, а это НП... Это продавец там стоит. Так, давайте-ка мы включим шейдеры и пойдемте спать. Не знаю, просто так, если издалека смотреть, какой-то там даже ник нарисован, ну, написан, я всегда так думаю, кто это там стоит. Так, сейчас, ребята, что нам остается сделать, это только магазин, и мы уже сможем покупать Rare Candy, да, мы уже сейчас можем покупать, у нас там же вроде есть где-то 17 яблочек, то есть, если мы сейчас купим, то нет, это будет не очень, нам, ребята, минимум нужно прокачать хотя бы покемонов к 40-45 уровню, потому что если мы сейчас будем использовать Rare Candy, то есть 120 Rare Candy, то есть только нам пойдет на 4 покемонов, чтобы их прокачать к 60 уровню. Это до хрена, поэтому... Вот так. Отлично. И тут давайте мы-ка все вот это выкопаем. Ну как, разрушим, да? Чтобы, в принципе, этого тут не было. Я просто хочу какое-то тут освещение сделать, потому что с шейдерами тут не очень так видно. Может, если без шейдеров нормально видно, то шейдерами очень темно. Не, ну видно, видно это понятно, но очень темно. Так, еда у нас пока что есть, давайте как раз покушаем. Отлично. Ой. Нет, не туда, не туда. Да твою ж... Вот. Отлично. Так, 17, еще 17. Давайте-ка мы, в принципе, вот сюда их поставим. И вот. Да чё ты? Нет, сейчас. Вот так, если вот. Да, в принципе, вот так. Нам еще, наверное, на пол нужно будет это все поставить, чтобы, в принципе, было красивее. Давайте-ка мы вот это уже все, этот камень уже весь выкопаем, да, и потом поставим вот эти кирпичи. В принципе, я так думаю, будет намного лучше. Так, это кто там у нас? Это кто там у нас? Фир, ох, он быстрее улетит, чем мы к нему добежим. Вот что я думаю, ребята, сейчас, наверное, вот сейчас мы это все выкопаем, может нам слетать в джунгли, то есть посмотреть, что там. Вдруг даже, ну, Мью, конечно, не знаю, заспавнится или не заспавнится, но... Можно будет слетать, хотя бы посмотреть, да, может там мы даже словим каких-то новых покемонов, то есть мы себе уже стак ультраболов сделали, и, в принципе, это нормально, поэтому мы уже сможем нормально так покемонов ловить. И может там как раз и покемоны-боссы будут, чтобы нашим покемонам еще прокачать там пару уровней. Так, отлично. Еще вот тут.
Сейчас, ребята, мы туда пойдем. Так. Что там у нас пережарилось вот это хотя бы чуть-чуть? Не очень. Что там еще нам нужно? Вот так. Отлично. И сейчас. И вот это вот сюда. Да это, в принципе, пока что тоже. 40. Давайте возьмем, то есть поставим, что там будет. Немного, но все же. Вот сюда хотя бы так поставим. Отлично. Вот такой у нас потолок какой-то будет. Ну, хотя бы какой-то разнообразнее, мне кажется. Сюда можно фонари будет поставить или что-то такое. Ну, то есть глоустон, может, обычные лампы. Ну, потом посмотрим. Это что у нас тут? Сюда куда? Ладно, потом как-то. Вот так. Ну что, давайте, может, джунгли пойдем, хотя бы посмотрим. А где они у нас? Вот это я не помню. Где-то они были. Вот тут вроде. Да, вот тут они. Вот тут наши джунгли, ребята. 1840, 2100. 1840, 75, 2100. Отлично. Охренеть, как мы тпхнулись. Это просто вообще, ребята. Что там выпало? А, санстоун. Охренеть, как мы тпхнулись прям туда. Как-то это очень было. Прям в центре. Ну, в центре я не знаю, но прям так вот туда именно мы так тпхнули. Так, это сейчас сначала это кто? О, Мэджикарпа можно завалить. Убить. Не, я шучу, я шучу, шучу. О, это Пичу, да? Ладно, я бы тебя словил, если бы у нас не было Шайни Пикачу. Так, твою ж... Этот пропал. О, Мэджикарп пропал, Мэджикарп. Так, ладно, ну что, давайте-ка мы, может, полетим, хотя бы над джунглями полетаем. Ребята, что я еще хочу сказать, не пишите мне, ну, не то, что не пишите, просто не нужно говорить тот баг, то есть, как легко словить покемонов. Как легко, что ты паришься, что ты ловишь так покемонов, что ты вообще паришься их ловить, то есть их очень просто можно ловить. Ты взлетаешь на большую высоту, и там тебе просто куча покемонов спавнится, легенд. И так ты можешь сразу себе просто нереально большое количество покемонов словить, заспавнить, и не нужно будет их даже ловить. Ребят, я, ну это во-первых, ну не то что во-первых, а вообще, это нечестно. То есть если мы будем так ловить покемонов, то мы можем за одну серию, ну за одну нет, но за пару серий мы можем... Даже не за пару серий. Ну это, то есть, взлетаем мы наверх и ловим сразу всех легенд. Это не очень будет прикольно. Поэтому, ребята, это действительно не очень. Я понимаю, что так намного проще. То есть, это через баг ты взлетаешь, там куча покемонов спавнится, ты их ловишь и все. Но это в чем вообще суть тогда ловить покемонов, если ты можешь через баг всех их вот так словить? Не знаю. Ладно, давайте-ка мы их прокачаем, наших покемонов. Как раз Иви нужно прокачать. Сколько у него там счастья, мы посмотрим. Так, сколько? 68, ну, немного, но все же. Так, мы еще себе и арбузика немного надыбали, то есть. И покушать будет что. Так, ну давайте-ка мы полетаем. Вот что я не... Давайте сейчас мы все-таки на всякий случай. Что я там написал? Че меня тормозит? Я что вообще не догоняю, если честно. Не знаю почему. Ну ладно, может то, что генерируется вот тут. То есть у нас есть тут места, которые не заспавнились, да, не загенерировались. Сейчас как раз смотрим, ребята. Может, если повезет, да, Мьюи заспанится.
Давно мы ее не видели, да, то есть мы еще даже ни одного легендарного не словили, не то что Мью, а вообще. Кто у нас тут еще может заспавниться? О, ща. Трико там был, Трико там. Точно, мы же еще Трико можем словить. А как он пишется? Сейчас. Я что-то, если честно, не догоняю, почему меня так глючит. Может, наверное, вот тут, в джунглях, что мы так далеко тэпэхнулись, и вот это все тут спавнится. Праймейп нам не нужен. Манки. Дуг, Триодиш, я там слышу. Випин, нет, не нужен, не нужен. Арон не нужен, Диглет тоже, Сол Рок. Манки, Одиш. Так, ладно. Давайте-ка мы еще пролетимся туда вперед, посмотрим. Какие мы биомы еще не нашли? Вроде лесной лес. Лесной лес, ребята. Лесной лес. Зимний лес мы еще, походу, не нашли. То есть, действительно, мы его не нашли. Да еще вроде какие-то там есть. Глиняную биому мы не нашли. Точно. А тут что-то нереально глючит. То есть, ну просто вот это, походу, все там спавнится, да, и... Лесной лес. Вот и... ну что там? Есть кто-то? Нету? Просто смотрите даже на ту же карту, как оно там спавнится. Не спавнится, а генерируется, то есть не очень быстро, можно и так сказать. Пока что мы этих ловить не будем, то есть, чтобы так, знаете, как я говорил, что мы будем ловить просто всех покемонов, которых мы будем видеть, которых, ну, как бы у нас еще, которых нам нужно еще как бы словить, потому что их у нас нету. Мы еще так не будем, потому что если мы вот так будем ловить, мы сейчас целые джунгли так ловить будем, потому что у нас в джунгли даже еще ни одного покемона нету, поэтому... Как-то, ребят, я что-то не могу так играть, давайте-ка мы тэпэхнемся домой, потому что это сдуреть можно. У меня каждую секунду майн зависает. В смысле, появляется окошко, что оно грузится. Во, а вот тут... Ну как не лагает? Уже начало лагать после того, как мы туда сбегали. То есть, ну и так не так лагает, как там лагает. Ух ты, зараза. Потому что, в принципе, там еще не прогружено, да, и мы так сразу туда полетели на пролом. Ну ладно. Что у нас тут? Ну как? Понятно. В принципе, ребята, давайте на этом все-таки закончим эту серию. Ну, хотя бы в джунглях мы посмотрели, что там, да и как. Я говорю, просто сейчас мне нужно достроить магазин. После этого, как мы достроим магазин, можно уже просто всех подряд ловить. Ребята, на этом давайте закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем, ребята, чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Again.